Как распознать злокачественные родинки? Куда обращаться, если вы заподозрили неладное? И в чем причина возникновения меланомы? Эти и другие вопросы на научной конференции обсудили ведущие врачи-онкологи. С докладом в Курск приехал профессор, доктор медицинских наук Лев Демидов. Вылечить меланому на ранней стадии легко, уверяют специалисты. Куда сложнее ее вовремя обнаружить. Задача каждого человека – внимательно следить за кожей. Новая родинка – не повод паниковать. А вот если она начала менять свой размер, это уже сигнал обратиться к врачу. Как правило, это всегда плоское образование. Как правило, оно всегда правильной овальной формы. Но вдруг носитель его может увидеть, что форма становится не овальная, не круглая, а неправильная, асимметричная. Это тоже симптом. Также важен и цвет родинки. Главная причина возникновения меланомы – обилие ультрафиолета. Принимать солнечные ванны необходимо правильно, нельзя обгорать. Меланома – это как особая разновидность опухоли кожи злокачественных. Это достаточно редкая опухоль. Ее заболеваемость составляет где-то 5 случаев на 100 тысяч населения. То есть реально мы имеем впервые выявленных больных в Курске 70-80 человек. 14-15 место в структуре. Заболеваемость, онкологическая заболеваемость. В мире 5-летняя выживаемость при данном заболевании порядка 60-70%. В России из-за поздней диагностики недуга цифра меньше. Почти каждый второй случай смертельный. Поэтому специалисты еще раз напоминают, при первых симптомах не стоит откладывать визит к доктору.